Здравствуйте, с вами Светлана, и мы с вами встречаемся, как обычно, каждый дневный влог. Смотрите, какие красотульки. Мы сегодня с Надеждой встретились на прогулке и решили пройтись по магазинам и зашли вот в такой вот рай медведей. Огромные, просто огромные мишки. Такие лапусики. Я с вами согласна, пылесборники, но очень милые. Различных цветов и оттенков. Там вот есть поменьше. Вот такие вот. Ну, мне кажется, ребенку вот такой вот можно купить. Ой, а на ощупь он приятненький. А цена 830 рублей. Ну, вот этот симпатичный. А вот эти просто большие-большие такие. Вот милашка сидит. Ой. Так, этот уже 1030. Ну, не намного. Он дороже, но побольше немножко размер у него. Окунуться в детство. Мне вот этот понравился. Такой хороший. А цена у него 4570. Да. Сколько? 230? Ну, такие вот у бабушек. Бабушки сами такие делали. У меня свекровь такую делала. Вот такие коврики. 430 в фикс-прайсе. 149, по-моему, да, девочки? Вот такие вот коврики. А как они на ощупь? Ну, конечно, голая синтетика. Цвет приятный такой. И антискользящий, кстати. Сумки-тачанки. Колеса мощные такие. За продуктами ходить. Есть побольше, есть поменьше. Так, а вот этот более приятный, мне кажется. А, да, он стоит 1730. Производство Турция. Размер 60 на 90. Но оно видно, что он такой прям приятненькое-приятненькое. Для ванны и туалета. Смотрите, какая 3D-картина. Прям как настоящий смотрит. 660 рублей. Просто красавец. Но если проведете чем-нибудь ногтем, то остаются вот такие вот следы. 3D-картина сирень. Очень красивая. 460 рублей. Здесь цветы различные, пейзажи. Также 660 3D. Это у нас что, шкатулка? Нет, ключница, ключница. Есть поменьше, есть побольше. Ключница. А, ключница. Вот большая ключница, классная. Мне картина понравилась. Мы там идем покажу. С котиками. Вот рядом они сидят. Кстати, да, они рядом. Объемные такие. Прям вот рядышком. А там красиво. Посмотри с волком. Кажется, ну посмотри с волком. Дальше пройдем. И вот, да, вот да, да, да. Вот, смотри. Ой, как красиво. Ага. Прям вот он, как будто его вот взять вот так, а то потрогать. А сирень. Ага. Она прям вот, я не знаю, через камеру передается. Нет, она объемная. Да нет, вот. Наверное, передается. Ну прям классная. Какие такая красивые. Прям. Может, ее вот так вот. Немножечко. Не, не передастся все равно. Нет, нет, так не передастся. Ты посмотри. Нет, прям вот такое чувство, как будто вот хочется взять вот его и вот, да, вот взять его. Да. А он вот где. Угу. А я его беру здесь. Здорово. Красиво, очень красиво. Давно такого не было. Были когда-то такие. Ну, они были как-то в моде давно.
Здесь рамочки. Так, а вот здесь вот рамки есть 24 на 30. Допустим, если делаете там... Картину. Ну, алмазку, да. А вот побольше, интересно, здесь есть? Да, есть. Так, а размер? Какой размер? 40 на 50, кстати. Очень даже симпатично. Ну и вот такие вот картинки здесь есть. Ой, какая рамка красивая, правда, для фотографий таких нежных, красивых. Лимонадницы большие какие. 2 230, 2 660. Пивная кружка. Это надо, чтобы кто-то пил. Я говорю, кто-то может помнить. А мне понравились вот такие вот. Правда, это крашеное стекло. Внутри оно, видите, какое? Обычное стеклянное, но покрашено. Наборчики прикольные такие, с ложечкой уже. Чай пить много кто любит. Тоже наборчик. Очень похож на турецкий набор. В Турции любят вот из таких пить чай. Прозрачная, черная и молочная. Ой, какая милота. Просто милота. Ты видела? И кружечки. Держу себя в руках, чтобы никакую кружку больше не купить. Что? Вот красивые какие. Ой. Это одна кружечка получается, да? Одна чашечка. Ее цена 490. Мне кажется, вот эти вот миленькие тоже смотрятся хорошо, не тяжелые. Лефарт. Нет, Ленарди, Ленарди. Не знаю, что за Ленарди. Вот тоже интересный набор, тарелка. Такая вот, или поднос. Нет, скорее всего, это тарелочка. Ложечка и чашечка. Как раз есть розовая, красная, синяя. Рюмочки. Но мне вот эти вот понравились, очень оригинально смотрятся. А вот эти вот миленькие. Что ты здесь нашла? Набор? Цены нет. Слушай, красивые. А вот этот? Тоже неплохой, но он и для кофе. Английский стиль. А вот этот вот прям... Цены только нет. То же самое. Ленардини. Если я правильно прочитала. Но если надо, найдем. Спросим. Интересно. Скалки. Скалки по 140, по 160, по 180. Деревянные такие. Прикольные. Так, опа. Чтобы не убежала. А это что у нас? А, взбивать коврик для овощей и фруктов. Зачем он нужен? Специальный антибактериальный коврик предназначен для хранения овощей и фруктов в холодильнике. Да? А потом вот этот вот коврик мыть. Самое удобное это вот такие вот, мне кажется, холодильник. Где прям уже набором. Для духовки.
Большая форма какая. Так, почем она? 630. И вот такие вот еще формы. Для запекания 1440. Милота какая. Но очень такая мягкая. Сердечки. Форма для салата. И круглые. Так, это у нас ручки по 80 рублей для крышек. Ой, какая милота. Ой, прям красота. Подставка для губки. Какой хотите. Салфеточницы тоже миленькие. Такая-то, что тоже салфеточница. Ой, какие рыбки. Тоже подставка под салфетки. Ну, это вообще оригинально. Но без обозначений, из чего и что. Соусники. Вот большой соусник. И маленький соусник. Красота. Мне не надо. У меня есть, я покупала. Но все равно. Для соусов различных. От Паши Бахте. Что-то банок здесь мало. А вот банка для специй по 2000. Так, а здесь у нас утюги. 1960 различные. 2390, 2560. Варить кофе. Мне теперь не надо, у меня есть кофемолки. Гриль. А это что такое? Это электрошашлычница. Тостеры. Вафельница. Ой, орешница. Орешки делать 3000. Что-то дороговато, мне кажется. Сейчас уже орешки мало кто делает. Мясорубки. Привет из прошлого. Называется. Угу. Вот такие вот есть. Для масла. Так. Дозатор 180 рублей. Здесь есть разные и интересные вот такие вот закрывашки, открывашки. Лопаточки, как я люблю, большие. Они тоже слишком большие. И вашки. И вашку можно в печку посадить. Так, здесь щипцы. Пластик, наверное, да? Нет, силикон. 230, кстати, дешевле, чем ты брала. Ну, у тебя лучше, сразу скажу. И давайте посмотрим посуду. Жаровня 28 сантиметров. Оникс 2130. Большие, маленькие. Сковорода. Цена, цена, цена. Цену не вижу. Еще посмотрим, может быть, здесь. Не, а, да. 3520. Ой, какая милота, вы посмотрите. Для того, чтобы не пачкались крышечки. Кукмара. Хорошая вещь, но только не такого качества. Вот такого качества мне нравится. Мне подарили, я довольная. Сковородки. По 2,60. В принципе, здесь цены такие стандартные. Кастрюльки, ковшики. Чайники. Мне нужно будет чайник покупать электрический. Менять уже мой заварочный прикольный чайник, какой прозрачный. Надоели мне что-то вот такие вот чайники.
хочу поменять на электрические. Мне у мамы понравился. Думаю, что не купить. Будет повод. Ой, как здорово. Ой. Как здорово. Посмотрите, это термос. И чехол у него Louis Vuittonовский. Подделка прям прямая. Для девочек розовые. И термостаканы. Это что такое? А, для швабры. 160 рублей. Так, вот вантусы. У меня подруге нужен был вантус. 160 рублей. Сиденье для унитаза. Симпатичное. Но я люблю классику. Белый. Чтобы просто было белое и красиво. 370. Есть детские поменьше. И вот такие полочки. Полочки различные. В прихожую есть сидушечки. Так, а почем? Давайте посмотрим. Полка по 3430. Вот такая вот. Для рассады или для цветов. А вот в прихожую по 2830. Вот такие вот. Как у Надежды практически. 2800, только Надежда брала на Валберис и брала, естественно, дешевле. Так. А здесь у нас лестница. 2790, 2950, разные цены. И сушилка для белья. Цены на нее нет. Ведра у нас. Ведра 290. Тазики различные, ведра эмалированные. Баночки, но пластиковые. Все пластиковые банки. И горшки. Мне горшочки нужны. Всегда. 190. Такие вот для орхидей, наверное, подойдут. 190. Хотя маленькие. Какой большой, 780 горшок. Кашпо. Кашпо симпатичное, девочки. Смотрите, какое. 240. И большие красные напольные. Так, а вот такие вот тоже горшочки. Они вообще должны быть дешевыми. Цены не вижу. Транспортировочный называется горшок такой. Так, вот такие вот не берите ни за что. Ужасно, ужасно. Они в Фикспрессе продаются. Кошмар. Так, а здесь есть одноразовые стаканчики. Мне как раз для рассады цветов. 305, целая упаковка. Крышки железные. Ёршики различные. Одноразовая посуда. Ванночка детская. Ой, смотрите, какие подносы. Помню, в моё детство такие были. Давно. 480. Так, ну-ка, давайте посмотрим. 230. Я бы еще две штуки взяла. Нужно зайти в Пятерочку. Я там брала. Ну и ведром для мусора. А также есть мультибокс. 510, что-то дорогие.
Вот такие вот табуреточки. 790 табуретка. Она складывается и раскладывается. И вот такая табуретка. Ой, какая дорогая. Я покупала что-то по 160 рублей. Здесь 640. Небюджетно. Сито. 220 рублей. Прикольное такое. И разделочные доски. 420, 420. Набор вот такой вот интересный тоже. 770. Так, ну мы с Надеждой прогулялись, посмотрели. Нам было интересно, что в этом магазине есть. Сушилка для обуви. Кстати, в фикс-прайсе тоже продавалась, но дешевле. Шпажки различные, зубочистки. Ой, какие красивые. Подставки горячие. 430, а вот это вот прям милота-милота. Вот это вот симпатичный.